Всем привет, дорогие зрители! Я сегодня нахожусь в районе Махмутла, и для вас нашел очень хороший вариант 2 плюс 1, 95 квадратных метров. Необставленная квартира. Она расположена в этом проекте на 5-м этаже. Сейчас я постараюсь вам показать всю инфраструктуру, которая расположена в этом проекте. Проект был сдан к концу 2019 года, так что этому проекту 1,5 года. Здесь есть генератор, есть места для велосипедов, парковка для машин, она открытая снаружи проекта. Значит, здесь вот такой вход. Слева от меня расположена бассейн и беседка. О, детишки танцуют. Вот такой здесь бассейн. Вот. Есть детский бассейн. Маленький такой. И маленький сад с той стороны. Вот маленький сад. Сейчас я поднимусь на цокольный этаж, потом спущусь в инфраструктуру. Она расположена снизу. Вот я сейчас иду. Откроются двери. Это цокольный этаж. Вот такой тут лифт. Есть тут лесенки. Вот такой лифт. Я спущусь по лесенкам. Тут темновато. Вот здесь лобби. Игровая зона для детей. Есть. Спасибо большое. Теннисный стол. Есть фитнес. Посмотрим, открыто ли. Нет. Фитнес пока не работает. Угу. Есть сауна. А тут присутствует сауна и турецкая баня. Также есть душевые кабинки. Вот это сауна. Так. Турецкая баня, хамам. Сейчас я поднимусь на 5-й этаж и покажу вам ту самую квартиру. Вот это лифт этого проекта, на 5 человек вместимость, вот такой тут коридор, проход, правее от меня расположена квартира, есть также лесенки, можно спуститься по лесенкам, значит здесь 2 плюс 1, 95 квадратных метров. Вот такой тут небольшой коридор. Слева от меня расположена первая спальня. Это дополнительная спальня. Также левее расположен один санузел. Тут он единственный в этой квартире. Вот такой санузел. Вот первая просторная спальня. С выходом на балкон. Тут также балкон просторный. До моря 300 метров пешей ходьбы. Рядом есть магазины 3M Migros, пиццерия и разные магазинчики.
Вот такой просторный балкон. Сейчас мы войдем во вторую спальню. Хочу показать вход с балкона. Вот. Высота потолка там где-то 2,65–2,70 сантиметров. Такой вот коридор. И осталось снять кухню-гостиную и также балкон этого комнаты. В этой квартире две спальни, два балкона, одна кухня-гостиная и один санузел. 95 квадратных метров. Сейчас также покажу вид с этого балкона. В некоторых местах видны горы, но тут рядом расположено здание. Подведем итоги о этом проекте. Квартира расположена на расстоянии от моря 300 метров. Рядом есть магазины, есть рестораны. Также есть торговый центр 3M Migros. Банки и банкомат расположены где-то 200 метров от этого проекта. Квартира находится на 5 этаже, 2+1, 95 квадратных метров. Айдату 200 лир. Инфраструктуру вы уже увидели в ролике. И цена этой квартиры 58 тысяч евро. Если вам понравилась эта квартира, ставьте лайки, делитесь информацией, пишите комментарии. Номер указан в описании. Ждем ваших звонков. Все, всем пока-пока. Don't pick me up, 'cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me?